Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Сегодня у нас среда, 17 марта 2021 года. На улице посмотрите, какая красота! Весна уже у нас в самом разгаре, наверное, так можно сказать. Сегодня плюс 11 немножко. Температура улучшилась и прекрасный солнечный день. Я сегодня, друзья, не буду ничего такого серьезного с вами обсуждать. Давайте мы с вами просто сегодня немного отдохнем. И давайте я вам покажу опять прекрасные дома и даже большие замки, старинные, может быть, дворцы, как я их называю. Давайте посмотрим, как живут люди и что они сохранили здесь из английских старинных домов. Здесь именно викторианских домов. Я специально остановилась вам показать. Посмотрите. Вот так выглядят викторианские дома. Посмотрите, в каком они прекрасном состоянии. Что вход шикарный, что сам дом ухоженный. Любой, какой не возьмите. Построены были в расцвет правления королевы Виктории. Тогда тоже, говорят, был золотой век для Англии, наверное, так. Королеву Викторию называют бабушкой всей Европы, да? Ну и уж, конечно же, она великая правительница Британии. Обратите внимание, вот знаете, кстати, редко можно встретить вот так хорошо сохранившиеся дома, которым больше 150 лет, по идее. Поэтому-то я вам их и показываю. Конечно же, раньше все эти дома, они принадлежали, наверное, одному хозяину. А сейчас их точно так же один хозяин, который называется лендлорд, купил собственное пользование, но чаще всего он там не живет. А этот огромный дом разделен на маленькие квартиры, апартаменты, и они сдаются в длительную аренду. Все, кто здесь живет, платит лендлорду арендную плату и земельный налог. Ну вот здесь уже они, видите, не очень такие шикарные, как там, а там просто красавцы стояли. А вот этот дом на одного хозяина, посмотрите, он сильно отличается. Показала вам еще один дом за забором. Он такой классный оказался, представляете? И я его смогла увидеть только первый раз сейчас, когда селфи-палку туда подняла. А вообще-то он, вот видите, здесь за таким забором. То я здесь гуляла 5 лет и никогда не видела. А теперь, вот видите, случайно забрела. Такая вот входная у него калитка, вернее, даже ворота, наверное, да? Я здесь гуляю постоянно, недалеко от пляжа расположен этот дом. Никогда не видела его, как интересно. Я, конечно же, заинтересовалась вот этой усадьбой, такой закрытой со всех сторон, и красивым домом обхожу вокруг. Слышите эти дикие крики? Кто-то хотел
кому-то детей не хватало, кто-то хотел детей, почему нет вокруг детей. Вот, пожалуйста, почему нет, они есть. Но я стараюсь такие места не посещать, потому что как я могу вам снимать здесь видео, когда такие крики вокруг? Прохожу дальше, обхожу этот дом. Он огромный, он старый, старинный даже, можно сказать. Посмотрите. И окно у него такое. Это же не окно, это бойница, по-моему, да? Вот я обхожу вокруг. Вот посмотрите, вот эта вот обвитая плющом стена. Это огораживает усадьбу. Вот этот дом там вдалеке. Как раз отсюда фасад. Здесь какая-то беседка в углу стоит. Но я, к сожалению, не смогла вам туда даже палку протянуть, вы знаете. Потому что, как ни странно, здесь разные уровни. Вот я иду по общему парку, и здесь уровень земли намного ниже, чем там. Не видела сама даже, что вам показала, попыталась. И вот как раз здесь я повернулась, видите, другая сторона. Смотрит фасад этого дома, смотрит вот сюда, на вот этот чудесный парк, по которому я гуляю постоянно. Ну вот, не всегда у меня мое любопытство приводит меня в такие места. Ну, представляете, вот он, оказывается, тут огромную территорию отгородили в парке. Вот видите, вот это вот еще калиточка тут другая. Живут себе, а я хожу 5 лет и знать не знаю. Солнце светит, не пойму, видно ли вам. Ай-яй-яй. Ну, какой красивый дом. Ничего себе, ничего себе, ё-моё, живут же люди. Я вот ползаю вокруг и снимаю вам этот дом со всех сторон, потому что я же хочу, чтобы вы поняли Англию, немножечко почувствовали, какая она все-таки интересная. Вот этот замок какой-то стоит здесь за 7 заборами. Вернее, нет, не так я сказала. Заборы-то не очень большие, забраться можно. Посмотрите, какой там внизу совсем маленький частокол, невысокий, метровый. Просто дальше растет какие-то кустарники, туи. Его просто не видно. Кто не знает, не заметит, вот как я. Теперь буду знать, что у нас здесь за вот этой железной калиткой. Огромный красивый дом. Я даже подошла специально к карте, которая здесь у нас, видите. Welcome to Upley Park. Вот здесь вот я с вами гуляю. И написано You are here. Ну и где тут этот дом? Они его не обозначили. Парковку обозначили. Обозначили вот эту Apple Tower. Мы с вами гуляли. I'm here. И вот здесь должен быть этот дом обозначен с большой территорией. Но его нет нигде на карте. Пойди найди. Я вам показала этот дом так подробно. Так я что хочу сделать? Какой вывод? Мы с вами недавно смотрели еще один дом. Сейчас всплывет вам видео наверху. Церковь Святой Екатерины, в которую попасть мне никак не удается, хотя она и стоит в самом центре города Вентнер. Как обычно, вокруг старинное кладбище, но кладбище уже давно используется просто как парк, видите? Люди гуляют с собачками, отдыхают. И не происходит ничего страшного, если кладбище используется здесь как парк. Я уже тоже вам это, друзья, объясняла. Кладбище уже закрыто для подхоронений. Давно здесь никого не хоронят.
красиво смотрятся вот эти вот каменные здания. Обычно при хорошем освещении просто приятно снимать на камеру такие сооружения грандиозные. Что-то меня удивило вот эта надпись, что церковь открыта. Мне удалось попасть на удивление просто внутрь этой церкви. Вот, обратите внимание, она, конечно, уже сделана просто как какой-то лекторий для чтения лекций. Посмотрите, как поставлены стулья на расстоянии 2 метра друг от друга. Специально, наверное, в период коронавируса. Обычно же вы знаете, да, как в церквях, в таких английских, они стоят скамейки. И вот этот вот центральный проход справа и слева обычно такие сиденья. А здесь сделано вот что интересно. Давайте подойдем поближе к алтарю, посмотрим. Эту церковь я внутри никогда не видела, лишь только снаружи. Орган. Красивое витражное окно отсвечивает, не видно. Справа и слева вот такие вот какие-то сиденья интересные. Скорее всего, наверное, для хора, так как здесь рядом орган, видите? Установлено дерево странным образом. Для меня это дерево с пожеланиями. Все-таки, по-моему, больше как-то как языческое. Вообще смешение религий странно меня удивляет. Ну и вот эта вот кафедра такая, или как это называется? Кто точно знает, подскажите, с которой священник проповедует. Посмотрите, как интересно. Всегда в церкви еще и фортепиано присутствует. Не знаю тоже для чего. Балкончик над входом. 2 двери, ведущие, наверное, куда-то в келье туда священников. Ну, снаружи, по-моему, церковь смотрится более впечатляюще. А здесь как-то слишком она современна, на мой взгляд. Вот так неожиданно мы попали с вами внутрь этой церкви Святой Екатерины. Повезло. Когда долго готовишься к чему-то, собираешься, ищешь точно, когда она будет открыта, вряд ли найдешь. А тут, представляете, я просто иду мимо и попадаю на то, что эта церковь открыта за несколько лет в первый раз, да еще и в коронавирус. Вот это да. Вот именно вот эта вот пристроечка справа с отдельной дверью, вот она была там закрыта. Я показала вам, да? Что именно там, не знаю я. А здесь у нас, посмотрите, крокусы, нарциссы. Есть крупные нарциссы, а есть совсем мелкие. Дикие, так называемые. И мы с вами вышли практически в центр города Вентнор. И в конце, как обычно, небольшой сюрприз для вас, друзья. Я хочу показать вам поляну великолепных цветущих нарциссов. Они у нас сейчас во всей красе. Хотя это так все быстро, и скоро все это уже отцветет. Давайте насладимся, пока еще у нас есть такая возможность. Всем желаю удачи, здоровья. Пока-пока.
Thank you.